Звездное небо над Гагарином. Архитектурно-художественную подсветку включили у памятника Юрию Гагарину напротив Люберецкого техникума. Об этом сообщает портал РИАМа в Люберцах. Напомню, что световое оформление достопримечательностей – это часть губернаторской программы «Светлый город». Кроме памятника первому космонавту в Люберцах, в программу вошел и Центральный парк. Для того, чтобы памятник Юрию Гагарину заиграл новыми красками в ночное время, установили 4 специальных столба, на каждом из них по 2 светильника. Один направили на сам монумент, второй – на площадь вокруг него. Лазерная подсветка создает впечатление звездного неба, в котором парит космический первооткрыватель. Огни распространились на асфальт и деревья. Световая иллюминация будет работать одновременно с остальным уличным освещением. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.